Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, я уже себе построил такую небольшую стену вокруг моего дома, да. Уже как бы отсюда не забегают всякие тварюги ночью, да, и не приходится их каждый раз убивать. Но еще забегают, еще забегают отсюда. Ну, в принципе, я потом тут застрою вот это, стену вот эту, чтобы они не забегали каждый раз. Только давайте сначала вот эту убьем. Где он? Вот. Отлично, убили мы его. Что-то там да выпало. Ну, ух. Немного, конечно, я так думаю. Но, в принципе, с него... О, это что там еще взрывается? С него как бы толком нифига не выпадает. Тут... Ребята, где убить Кракена? Напишите, пожалуйста, где его убить. Потому что, в принципе, я не знаю, где он находится. Будем его, конечно же, искать, но я, в принципе, не знаю, где. Сейчас я так думаю, ребята, я вообще, если честно, не знаю, где тут есть горы. Где тут есть горы в округе, чтобы словить Чармандера или еще кого-то, так как, в принципе, нужны нам и покеболы. И сейчас мы как раз, я так сделаю покеболы. Вот, кстати, деревца вот тут, вот эти. Сейчас. Так, что я хотел? Тут что у нас, а? Ну, понятно. Это для... Ой. Это для стены тут делается. Так. Ща. Нужно маяк куда-то поставить, а то я его... Пускай он будет... Где-то... Так, ладно. Сейчас мы что-то придумаем. Пускай будет вот так. Отлично. А, нет, не так, он же так не пашет. Сейчас, ладно. Сейчас, да, есть у нас блок. О, как раз, ребята, я так думаю, что... Сейчас мы, может, пойдем в тот мир, где... В мир драконов... И себе набьем, может, немного спавнеров. Может, опять базилиска найдем. А то тот раз мы его не убили, а нам нужен его вот этот. Кожа его, да? Вот так, пускай он будет. Ладно. Так. Сейчас, что я хотел? Покеболы, ну покеболы, фиг его знает. Сейчас сделаем. Нет, давайте попозже сделаем покеболы. Сейчас давайте все это выкладим в сундук. Или может даже сейчас сделаем, если... Ну, в принципе, сейчас. Вот это вот сюда. Это вот сюда, это потом я сделаю. Это вот сюда. Еда. Еда вот сюда. Пока что выложим всю. Так. Что у нас еще есть, что можно выложить? Так, это сюда, это сюда. Это сюда, это возьмем. Это тоже сюда. Нет. Сейчас. Ой. В принципе, все. А, сейчас. А тут у меня есть что-то? Ух, конечно, есть. Ладно, сейчас это тоже выложим. Этот вот сюда. Это вот сюда. Так, еда. Еда у нас вот сюда, да? И что еще есть? Это вот сюда. Нет, это возьмем. Так. И в принципе. А, так. Нет, сейчас. Вот тут тоже бы все порасчищивать. Ну хотя, в принципе, пускай тут это все будет. Так, сюда, что, а, вот, сейчас, вот что я хотел, так, это один покебол будет, еще, это два покебола будет, это три покебола будет, чтобы просчитать, это четыре, это 5. Это 6.
Так, ребята, если вот так я нормально посчитал, то это у нас будет 6 покеболов. Если я нормально посчитал. Ну, пока что оно пускай вот тут будет. Так, сейчас что я хотел? Горы. Нам бы реально и горы найти, так как нужно хотя бы там Чармандера или может еще кого-то. Иви найти в лесу куда-то. Может, если лес какой-то найдем, то Иви найдем. Ну, сейчас, в принципе, ребята, я... О, ну, давайте. Сейчас, это мы куда пошли? Ага. Это мы пошли, где куча деревьев. О, это новая шапочка. Да, такой шапочки у нас еще нету. А какая у нас? А, ну да, у нас вот это. Или. Как мне, ребята, некоторые подсказали, в этом мире есть огромнейшее дерево с полностью из алмазов, из изумруда, короче, с ресурсов, да. Но и на нем спавнится самый, как бы, сильный босс. Но я не знаю, сильнее ли он Годзилла или нет. Твою ж мать, я еду забыл. Твою ж мать. Я все выложил в сундуки, а забрать забыл. Ладно. Сейчас, может, как раз найдем, если получится. И, может, найдем вот то дерево, хотя писали, что оно нереально редкое. В принципе, понятно, что оно редкое, да. Главное, чтобы дождь не начался, а то опять... Так. Понятно, что оно редко, если оно полностью состоит из... с каких-то нереально ценных блоков, да? Ну, в принципе, сейчас может, ребята, и поищем. Так как... можно сказать... босса того потом и так нужно будет убить, но... Он даже пишут, что он намного сильнее, чем Годзилла, но я не буду спорить, я не знаю, ребята, поэтому может даже и оно так и есть. Если сильнее даже, чем Годзилла, это вообще капут. Чё-то за босс такой. Так, ну, в принципе, давайте поищем. Давайте. Может, сейчас каких-то свинок найдем или коровушек, а то чё-то... Еды нет, сейчас, секундочку. Ну что ж, идем мы дальше. Полетаем, поищем. Вдруг. Хотя, в принципе, да, даже если там куча будет вот этих всяких ресурсов, то можно сказать, они нам и так не пригодятся. Так как у нас, в принципе, ресурсов и так уже просто нереальная куча. Там вот еще алмазный блок, который я даже не буду идти собирать, потому что не нужно нам вот это. Так. Зато еда нужна. Зато еда, конечно же, нужна. Сейчас мы пособираем. Ну, в принципе, я думаю, пока что хватит. Так. Тут на деревьях мы тоже будем иногда смотреть. Если будут какие-то сундуки, то... Может, там что-то да и будет, да? Такое ценное. О, есть сундучок. Что тут будет? О, ну, в принципе, уже еда есть, ребята. Еды тут уже куча просто-напросто. Так. Тут есть еще сундуки. Там какая-то шапка. Да, такой у нас еще не было. Так. Ну что, давайте полетим куда-то вот сюда. Немного мы, конечно, ребята, полетаем, а то я просто-напросто не хочу тут блуждать и в поисках того дерева. И я так думаю, мы пойдем в тот мир динозавров, или какой он там, чтобы... Там, мне кажется, легче всего найти спавнеры, так как там просто-напросто везде горы, да, и везде вот эти спавнеры. Ну, как бы видно их, да, вот эти спавнеры. Поэтому я думаю, ребята, там... Ну, не то, что я думаю, но, в принципе, в шахтах тоже, да, их можно найти, но мне кажется, что в том... что за звуки? Что в том месте намного их проще найти, так как там везде горы, да, и везде выпирают вот эти... спавнеры, да? Спавнеры, поэтому туда мы пойдем. Ну, конечно, ребята, я так понимаю, что... Не очень-таки легко найти вот то дерево, даже если вот так летать в его поиске. Я это прекрасно понимаю. И если бы дерево было на каждом шагу, то
сразу бы все сюда шли, да, вынимали, ну, как бы, ресурсы бы брали с того дерева и шли в нормальный мир, и там бы уже даже ресурсы не было смысла бы добывать, да, так как и так уже куча бы была. Так, вот тут у нас есть что-то, да, это спавнер, как я понимаю, да, какой-то спавнер. Или нет? Ладно, будем им все собирать, ребята. Сейчас, давайте в кого-то помелче. А то просто капут. Так, сейчас. Тут у нас есть кто-то? Дракон точно нет. Давайте вот. Вот, отлично. Бам-бам-бам-бам. Короче, ребята, идем мы, наверное, домой. Или идем в какой-то другой мир, как я говорю, в тот, ну, о котором я говорил, или в другой, какой еще там есть, мир роботов, да, чтобы... Ну, фиг его знает, что там. Говорят, что там Годзилла спавнится, но фиг его знает, честно. Я не знаю, кто где спавнится, поэтому... Мне сейчас нужно Кракена найти, его нам не хватает, Базилиска нам не хватает. И не хватает нам еще одного моба какого-то. Хотя я в принципе, даже представления не имею, что это за босс, за моб, потому что... Jump Scale, что-то такое, Jump Bug Scale. Как-то вот он там так называется. Ну, та часть, которая нам нужна для меча. А как называется сам босс, я вообще не представляю. А так, короче... Давайте спустимся пониже, чтобы найти... Вот то дерево, конечно же, очень долго нужно летать, искать. Я потом, может... Ну, фиг его знает. Ну, нужно ли оно нам, так как ресурсов, в принципе, хватает. А того босса, я так думаю, мы... О! Мы никак не убьем. Так. И еда есть, и яблочки есть. Сейчас опять давайте назад превратимся в бабочку или что это. И если найдем сейчас какого-то... Сейчас, покушать бы. Нет, сейчас. Че вот это за рыба? Ну, я думал, она... Хотя, в принципе, нормально она и так восстанавливает. Так, ну, полетим куда-то вот сюда. Ой. Или сейчас, если найдем какого-то муравья, то типа ты пехнемся в другой мир. Муравишка. Конечно, так мы его не увидим с такой высоты, но... ну так, я думаю, уже увидим. Может. Не вижу. Ни одного, любого какого-то. Главное, не кристального, а то, говорят, все ресурсы просто пропадут, когда ты туда ты поехаешься. Так, это что еще за шапочка? О, такой у нас тоже нету. А как вообще кристальный муравей выглядит, я тоже представления не имею. О, и такой у нас шапочки нету. Ребят, да ну, мы нашли это дерево? Или это другое какое-то? Ребята, мы нашли вот это дерево. Смотрите, сколько тут ресурсов. Это за секунду для того, как я уже хотел куда-то тпхаться. Мы нашли вот это дерево. Так, ну, как я понял, тут сейчас заспавнится вот эта зверюга. Поэтому давайте потихоньку будем собирать вот это дерево. Ну, в принципе, да, собирать его части. Потому что тут, в принципе, нереально. Нереально тут ресурсов, ребята. Ураниум, титаниум. Короче, самая лучшая бронька у нас уже, можно сказать, есть. Нам даже алмазные блоки не нужно. Нам не нужно никакие блоки. Руби блок. Ну, в принципе, нафиг нам вот эти блоки, ребята. Только будем собирать ураниум и титаниум. Охренеть. Это восстание и момент, когда я уже хотел тпхаться, мы нашли вот это дерево. Я просто посмотрел на карту, и ну, это как бы сразу понятно, да, что это другое дерево. Так, это или это что? Это алмазные блоки.
первый раз в жизни выкидываем. Ну, не то, что первый раз в жизни, наверное, просто выкидываем алмазный блок, ребята. Зажрались полностью, да? Так, сейчас. Главное, чтобы вот та тварюга не заспаунилась. Я так понял, она заспаунится, если мы выше подлетим. Ребята, что нам сейчас нужно? Нам нужен ураниум, нам нужен титаниум, чтобы прийти домой и сразу себе сделать вот эту нереальную броньку. The ultimate броник, ну, как бы она вот так называется, the ultimate chestplay, да, и вот это все. Ой, ой. А, мы не умираем? Отлично. Ну, да взлети ты уже. Я просто думал, если падаешь, да, ты умираешь. Ну, как бы ты птица или что это такое, мы как бы ТП, ну, превратились, да, то походу не умирает. Сейчас бы нам побольше ураниума, да, это желтое вот это. Так как титаниума у нас уже, в принципе, хватает, как я знаю. Сколько там блоков у нас? 3 ураниума, 7 титаниума, да. Сейчас еще немного, ребята, пособираем вот этот блок. Я хотя бы посмотрю, как заспавнится вот эта тварюга. Давайте, давайте посмотрим. Потом, если что, еще себе. Если она, конечно, заспавнится. По идее, должна заспавниться. Многие говорили, что она спавнится вот тут, возле этого дерева, на верхушке. Ну, хотя, походу, она не спавнится. Хрен его знает. Но я тоже знаю, что она спавнится вот тут. И многие тоже говорили, что она спавнится возле этого дерева. Когда ты его находишь, да, то, в принципе, тут всегда вот этот босс. Ну, его сейчас нету. Может, он днем спавнится, может, хрен его знает. Так, давайте попробуем. Хотя нет, не будем и менять время, зачем. Потом, если заспавнится, заспавнится. Не заспавнится, не заспавнится. Какая разница, да? Нам же, в принципе, сейчас лучше, что они заспавнятся. Ну, я просто хотел его увидеть. Ну, его мы и так не убьем, если он такой же по силе, как Годзилла, или даже сильнее. Как мы его убьем нафиг? Если у него там миллион жизней будет. Ну, миллион нет, там пару тысяч, я знаю, у Годзиллы, да? Ну, не заспавнился, не заспавнился. Потом, в следующий раз, может... Может... И заспавнится. Так, сейчас, ребята, нам бы домой или в другой мир. Тут я уже что хотел, я нашел вот это дерево, нашел себе немного ураниума, титаниума. В принципе, нам хватит, я думаю, чтобы сделать вот эту нереальную броньку. И сейчас какого-то муравишку нам нужно найти, чтобы просто-напросто тпхнуться. Домой или в другое измерение, в другой мир. О! Отлично. Это мы где появимся? Итак, ребята, мы вернулись домой, и, в принципе, я так думаю, на этом уже можно закончить эту серию. Побывали мы в том мире, и я так думаю, в следующей серии, ребята, мы, в принципе, сделаем вот эту нереальную бройку. Да, сколько там, сколько тут 8 капут. Да, мы кучу этих броник можем сделать. Мы ее, в принципе, ребята, сделаем, и я так думаю, что пойдем мы куда-то в другой мир. Там, где мы еще не были, чтобы... Может, там какие-то боссы будут, да? Так как бронька у нас уже просто нереальная будет. И я так думаю, на этом уже можно закончить эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, в принципе, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.